Ну что, привет моим подписчикам. Почему не здорово, парни, как обычно? Потому что у нас на канале появились девчонки. То есть приходит уведомление, кто подписывается. Смотрю, начали девчонки тоже подписываться. Поэтому теперь привет, подписчики. Значит, долгожданный, обещанный мною видос. Этот руль, да, вот. Скажите, руль отстой, реально. Напишите вот в комментах, что он отстойный. Потому что вот я сижу, смотрю на него, меня уже напрягает вообще абсолютно. Надо скорее менять руль. Вот. Значит так, не уходим с темы. Видос долгожданный о приборке. Значит, обещал вам переделать приборку. Будем, значит, переделывать. Вот. Значит, я... Приборка снимается абсолютно легко. То есть просто снимаем накладку вот эту подрулевую. Где она? Вот она лежит. Снимаем ее отсюда. Вот. И все, отсоединяем штекера. То есть я вот подписал даже, чтобы это не перепутать. Мало ли. Ну и так-то почти все тут одинаковые. Короче, я подписал тут. Главное, трос спидометра сразу откручивайте, потому что он не дает приборку сильно вынуть. А после того, как трос спидометра открутите, сразу, то есть можно, ну, вынуть полностью. Вот у нас приборочка, тоже все на ней подписано. Также вынул часы. Часы тоже пересветим. Вот. В комплекте со шкалами есть тоже на часы. Вот, возможно, пока еще не знаю, перетяну. Вот эту вот переклею, короче. Уже такая вся затрепанная. Не знаю, во что. Подумаем. Вот. Так что давайте начинаем. Что вот наша приборка, она уже у нас дома. Вот она. Сейчас мы ее разбираем и будем менять подсветку и менять шкалы. Вот такие шкалы я купил. То есть я, парни, да, знаю, там сейчас начнется. Ебать, колхоз такой, там огонь. Короче, это реально единственное, что было вообще нормального. В Северодвинске вообще ничего нормального не купить. То есть я ездил в Архангельск, купил там. Вот. Вот эти вот белые будут, эти будут такие. Я думаю, будет нормально. Подсветка синяя, короче. Ну, это потом вам покажу уже. Когда поставим, там все будем проверять, видно будет. Вот. Я думаю, короче, потянет. Лучше, чем штат все-таки. Вот. Светиться будут уже сами цифры. То есть, потому что мы... Она, короче, прозрачная, то есть с той стороны будет свет. Ну все, увидите. Вот. Что нам еще понадобится? Что вот у меня тут ленты, это все остатки после там фар, не фар. То есть здесь повыбираем, что вклеить там. Часы также снял, то есть часы тоже надо переделать. Вот. Часы мы тоже переделаем. Здесь они идут в комплекте, бля. Вот они. Еще вот они, часы. Вот, короче. Что еще пришлось купить, значит? Купил провода вот такого. Короче, он идет на 0,12 одинарный. Вот. Был только красный цвет, то есть будете брать, желательно взять разные, чтобы, ну, плюс-минус он лента полярная. Вот. Я буду узел завязывать просто на плюсе и все. Такие вот драйвера с Алиэкспресса. Стабилизатор, короче, в чем тут фишка? Здесь вот есть сзади. Сейчас я вам распечатаю. Здесь вот сзади есть in и out. То есть вход-выход. Плюс-минус. Вот, подпаиваемся, естественно, вход это от питания. Бля, все, я уж сам залип. Плюс in это вход, ну то есть вот питание там с аккумулятора, еще что-то. Вот. А out это выход, то есть уже на потребитель, на ту же, допустим, ленту. Вот, то есть выставляется, потом подключается мультиметр. Вот. И вот здесь такая крутилочка есть, выставляется 12 вольт. То есть это чтобы лента не мерцала. Мне многие писали в комментах, что надо типа поставить через стабилизатор ангельские глазки на шахе. Я вас, парни, услышал, вот он второй. Вот, я буду в гараже, я подключу, короче, еще ангельские глазки через него тоже. Так что не парьтесь.
Так, что, значит, надо разбирать. Разбираем. Чтобы разобрать, вот эти вот нам крутилки. Откручиваем. Так вот снимаем. Так, у спидометра, надо также этот открутить, то есть суточный пробег. Так, все. Спидометр вынут. Также с остальными, то есть приборами. 7. Я пока сторонку. Вот. Грязь тут первого гора сразу же, естественно. То есть, на готовить салфетки к этому всему делу. Сейчас берем салфеточку. Все это дело протираем. Наши корявочки не запачкать. Так, ебать, тут подсветки, что это? А, это эти аварийные лампочки, вот подсветка одна. Вот такой вот спидометр. Так. Короче, почитал там на драйве, на фигайве, на форумах, видосики поглядел. То есть, кто как разбирает, говорят, что удобнее всего пользоваться... Открывашкой его. Короче, обычной открывашкой. Сейчас я ее возьму. Вот. Обычная открывашка, то есть. Вот. То есть нам надо вот этот бортик развальцевать. Сейчас будем пробовать, как. Не знаю, как что это удобно. Короче, такими вот движениями. Ну, кстати, нормально, да. Батя, я ее уже загнул, короче. Ух ты, моя. Блядь, еще палец. Ну, это нормально. Это издержки производства за то, что, блядь, лезем в рабочий механизм. Хотя я не знаю, как он рабочий, если там вообще в приборах реально ни хера не видно. Подсветка, конечно, просто ноль. Наверное, уже еще половина лампочек плюсом перегорела, наверное. Вот. Опа! Ничего сложного, блядь. Я-то думал, тут, конечно, жопа. Все, парни. Также остальные, значит, разбираем. Вот он наш спидометр, блядь. Так, ладно, что, я сразу-то разбираю остальные. Потом продолжим. Так, ну что мы имеем через 15 минут? Все, вот у нас все приборы разобраны. Вот, то есть маленький прибор удобнее просто разбирать маленькой отверткой. Подковыривал и все как. Вот. Единственное, что значит у часов. Вот, у них на этой накрутилке, которая время выставлять. То есть вот есть маленький винтик, вот его выкручиваем и снимаем. То есть у меня его было не видно, как бы крашеный. Поэтому я сначала тут затупил. Вот. Так, все, значит, далее. Берем спидометр, нам надо снять стрелку. Берем обычную вилку, поддеваем вот так вот под стрелку. И вот так вот.
аккуратненько извлекаем. Хорошо сидит-то, правый не разбирался. Руками, блядь, проще нам. В интернете все нам вилками снимают. Так, снимаем, значит. Сняли. Так. Циферблат у нас держит вот эти два винтика. Винтики-шпунтики. Значит, открывашка у нас в ходе разборки пошла по всем известному женскому половому органу. Вот, то есть открывашку, да, придется либо сразу купить какую-нибудь нормальную, либо настраивайтесь на то, что придется с ног нам еще одну покупать. Все вот так вот снимается у нас шкала. Вот, вынимаем вот этот светофильтр. Да, вынимаем его. Вырезаем ленту. Вот сюда, вот так вот по кругу. Припаиваем к ней провода. Ну и все. Я сейчас, короче, нарежу сразу во все приборы. Вот, припаяю и покажу, что тут получилось. Так, ну что, вот я припаял все провода. Вот нарезал ленты. Надо пробовать собирать. Так. Давайте попробуем начать со спидометра. Со спидометра. Значит, берем ленту. Снимаем с нее эту защитную ленту с Алиэкспресса. У нее вот этот клей, короче, он такой. Какой-то петушиный, блин. Короче, мне не нравится. Не знаю, сейчас посмотрим, как приклеится. Приклеится нормально, так так и оставим. Приклеится херовенько, так. Будем еще клеем проклеивать. Вот. Хотя не, нормально, парни, клеится. Но. Все, вот она тут намертво, блядь, пришлепалась. Но. Видите? Видите? По кругу. Все проклеили. Так, лампочку вот эту родную подсветку выстегиваем. Так, здесь у нас есть два варианта, значит. Есть у нас два варианта. Я думаю, что надо сделать вот так. Просовываем провода сюда. Здесь их располагаем, чтобы ничего не мешало. Куда там шестеренки не заживало, чтобы. Вот. Короче, обрезаем по максимуму и припаиваем сюда, к патрону. Плюс и минус. Обрежем здесь по максимуму. Вот. Чтобы тут у нас много проводов не болталось. Все обратно вставим и все. Так и сделаем. Так, на обратно, значит, пряник включить. Плюс середина, минус край. Все обратно вставляем. Вот. Дальше потом покажу, что делаем. Так, ну вот я подпаял, короче, проводки. Вот. Сейчас опять если доставать, конечно. Что-то она здесь вообще хорошо, конечно, сидит. Оп. Да пиздец, еще и от ленты оторвал, бля. Ну все, вот я пропаял, короче, ленту. Все, теперь все точно нормас. Пробуем собрать, короче, всю эту историю.
Так, у нас не хватает здесь вот этой штучки, значит, не забываем поставить. Так. Ставим еще вот эту херобольну. Так, тут провод, думаю, не будет ли он нас мешать. Так, да, все, не будет. Так, тоже это двигаем. То есть смотрим, да, парни, смотрим, чтобы провода ничему потом не мешали у нас. Так, ищем спидометр. Вот он у нас, спидометр. Оп. Прикидываем его сюда. Так, 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 так. Прикинули, все, видать. Так. Ищем наши, блядь, болтики, шурупики. Вот их мы берем. И наживляем. Берем и наживляем. Так, там мы все вроде поставили. Так, вот я что-то не помню, у нас что по этому было. Спидометр тоже ли он был такой маленький? Да, все то же самое. Вот, то есть, видите? Так, дальше. Дальше нам надо поставить, получается, стрелочку. Так, а что у нас, кстати, ограничителя-то разве не было? Ограничитель у нас был вот на этой херне, он остался. Вот, как нам его туда переставить? Просто интересный. Ограничитель стрелки там у нас, что, парни, что делать-то с ним? Он, походу, как несъемный. Неразборными. Он вот здесь заклепан с этой стороны. Главное в этом. Отверстие есть под него. На шкале самого нету. Пробуем сейчас его сюда выковырить. Да, я его выдернул. Не, он тут, короче, держаться не будет. Я не знаю, вообще он нужен, нет. У тебя есть способ его заставить держаться. Так, попробуем приклеить его на суперклей. Чуть-чуть, слегка совсем. Капаем. Так, вот сюда ставили. И подождем чуть-чуть. Так. Ставим стрелку. Она в него уперлась.
и надавливаем. Ну вот, вроде как-то так. Так, дальше. Берем вот эту штуку. То бишь стекло. Протираем все там, может у нас что-то уже нападало туда, то есть. Протерли его. Так. И теперь нам надо все это дело собрать как-то. Мы же развальцевали не полностью. Только в эту сторону. Прикидываем, как должно быть, запихиваем сначала тут. Так, вот она защелкнула здесь. Теперь вот эту развальцованную сторону нам надо сюда напялить. Здесь вот прорезь спецом есть. Вот я думаю, что надо от нее плясать. Так. Или давайте вот сюда пробовать. Того момента, где она перестала заходить. Да, вот так вот, с сатижами нормально. Все, вот видите, вот я сделал. То есть вот, вот так вот за бурт раздвигаем и вот за этот вот борт задавливаем. Так, теперь нам надо это все завальцевать обратно. Прям вот так вот по сатине. Тут он скачет, сука, хочет. Значит, будем вот так вот. Оп. 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 Проходим вот так вот по бурту. И обжимаем по сатижами. Вот такой вот у нас спидометр получился. Ну, честно скажу, вроде неплохо. Посмотрим, как все вместе будет. Вот, так. Надо нам дальше остальные собирать, значит. Дальше, как бы, в принципе, что, по такому же принципу. Опять вклеиваю ленту на тахометр. Ну вот. Ставлю шкалу. Вот она у нас. Ну и все, и остальные все. Так, ну что, вот я, короче, доделал приборку. Вот. Все собрал. Ничего как бы сложного не было. Вот. То есть, ну, в обратной последовательности, только с новыми шкалами. Так вот они выглядят.
Вот, короче, проверял я от блока питания, от роутера 12-вольтового, каждую ленту отдельно, то есть перед установкой. Все как бы светится, все четко, красиво, обалдеть. Вот, хотел, чтобы вы на видосе посмотрели, все сразу запитать. Все вместе, все приборы, но... Короче, он не тянет, походу, сам блок. Вот. Так что завтра я, короче, стартану до гаража. Там все подключу и покажу вам, что получилось. Так, ну вот мы и добрались до нашего гаража. До нашей ласточки. Вот я, короче, накинул приборку. То есть штатно ставить ее не будем, потому что вот показывал вам драйвер эту микросхему, то есть чтобы которая не горела у нас, ну, лента, чтобы диоды не горели. Вот, мы его будем штатно в проводку врезать перед часами и перед приборкой. Вот, то есть чтобы все диоды, в принципе, которые тут у нас будут подключены, они, то есть он сразу на него действовал. Вот. То есть вот, вот так вот у нас, значит, все это выглядит, как вы вчера еще помните. Вот. Ну что, пробуем-то. Ну что, готовы увидеть охренительную приборочку? Вот такая вот фигня, парни. Часы вот, которые стали как-то странно ходить после моего ребилда. С этим придется еще разобраться. Опа. Опа. Вот, включаем зажигание. Вот, все, все горит, все светится. Аккумулятор. Ручник. Габариты. Можно поворотники. Давление масла. Все работает. Сейчас выключу свет в гараже. Покажу, как без света будет. Я тут сам не заблужусь. Так, вот они, наши фонари. Так вот приборка выглядит ночью будет. Не, ну по-моему, парни, кстати, достойно. Вот реально, да. Я думал, будет хуже. Вот так, конечно, меня так устраивает. Тут уже дедом был тюнинг наведен. Изначально по фону, блин. Вон, как бы все это в куче, я думаю, будет нормально смотреться. Вот такой вот у нас тюнинг получился. Да, я думаю, как бы зачетненько, зачетненько. Так, глазки наши. В принципе, считаю, то, что я хотел, удалось. Все, что я хотел, то удалось. Вот. Это как бы главное. Я думаю, вам тоже понравится, потому что, ну, реально как бы зачетно получилось. Вот, останется мне, значит, ставить только драйвер. И все. Можно, кстати, попробовать запустить. Давно уже не запускали. Что там у нас? Подсос. Опа. Оп. Оглохло. Вторая попыточка. Все. Часики. Просто часики. Давление дает. Как полагается. Ласточка, что еще-то сказать? Пушка-гонка.
Так. Слушаем. Ну что, на этом серия пар не заканчивается. Вот. Что бы хотел вам сказать? Значит, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем свои советы, то есть, что будем делать по машине. То есть, пока в первую очередь у нас сейчас подготовка к покраске. Вот, на эти выходные, я думаю, я туда наконец-то поеду. Вот, приеду сюда, начну тут шкурить, не шкурить, короче, готовить покраски. То есть, такие небольшие, недорогие переделки, я как бы готов к вам прислушаться. То есть, да, что-то такое сделаем. То есть, важное, вот. Бампера тут парниша писал, да, от пятеры поставить. Вот, это да, это по-любому. Вот, но я почему-то думал от семеры. Они вообще разные от пятеры, от семеры. Тоже кто в курсе, там, напишите в комментах. Просто я думал, они одинаковые, одинаковые, так одинаковые. Ну, короче, вот такие будут бампера, как на семере или как на пятере. Там, посмотрим, какие пизжи, если не разные. Вот. Ну, и так по мелочеве, короче. То есть, нам надо сейчас покрасить ее четко. Вот, я хочу сейчас молдинги вот эти снять, заварить отверстия. Вот, потому что сразу красить, так уж будет без них. Вот, поэтому ставим лайки, пишем комменты, подписываемся обязательно на канал, советуем друзьям, делаем репосты. Я вам за это буду вообще, парни, то есть признателен. За... Помогаете очень в развитии канала, то есть у нас сейчас большой скачок был, около 100 человек, уже почти 300. То есть я думаю, это все благодаря вам. То есть спасибо, что помогаете в развитии. Вот. Чем больше канал развивается, естественно, тем больше видео и сочинений уже будут. Вот. Так что все, давайте. Всем пока. А, еще, кстати, да. По бюджету. То есть всего на вот это перевоплощение вот этой приборки ушло, то есть 500 рублей. Вот. То есть 350 стоили шкалы на рынке. И... Ну, ленты ушел где-то, может, около 2 метров. То есть, она была вообще с Алиэкспресса заказана за 155 метров. То есть, вот так вот. То есть, 500 рублей, грубо говоря, еще лента осталась, все. Вот. Поэтому, как бы, бюджет вообще у серии небольшой. Вот, обязательно так же делайте. Вот. Ну, все, всем счастливо. Подписываемся, ставим лайки. Давайте, всем пока.